Алексей Таран назначен на должность директора Админсовета Национального агентства по регулированию в энергетике. Напомню, что его предшественник Штефан Крянге объявил об отставке в ноябре прошлого года. Ранее был организован открытый конкурс на занятие этого поста. Наибольшее количество баллов набрала Анна Бутенко. Однако она отозвала свою кандидатуру по личным причинам. Алексей Таран был следующим в списке. Он окончил Академию экономических наук в Бухаресте, после чего работал в ряде нефтяных компаний. Его кандидатуру на должность одного из четырех директоров НАРЭ поддержали 59 депутатов партии «Действий Солидарность». Таран назначен на этот пост сроком на 6 лет. Социалист Влад Бытринча заявил, что БКС выдвинет законопроект о ликвидации НАРЭ и передаче его полномочий Министерству экономики с тем, чтобы у государства было больше рычагов влияния на цены на горючее.